Всем привет! В этом видео мы рассмотрим модель Mercedes-Benz E-класса в 210 кузове от производителя Herpa в масштабе 1 к 43. Хорошо изготовленная модель, и это модель середины 90-х годов, когда производитель Herpa еще выпускал модели в 43-м масштабе. И в целом очень хорошо сделанная модель, и несмотря на то, что модель выполнена довольно просто, она очень хорошо попадает в масштаб и очень хорошо передает сам прототип автомобиля. У машины отдельные передние фары, изготовленные из прозрачного пластика, отдельная решетка радиатора, отдельный значок, он изготовлен методом фототравления, имеется крепление для номерного знака. Противотуманные фары на модели изготовлены из пластика, и он сделан хромированным. Модель имеет отдельный бампер, как передний, так и задний. Отдельные зеркала заднего вида. Отдельные задние фары. На них обозначен огни заднего хода. Заднее крепление для номера. Данная модель сделана с бензиновым двигателем 2.8. Имеется третий стоп-сигнал. У модели черный салон. Имеется имитация дерева. Она изготовлена в виде декалей. Можете посмотреть. Все сделано довольно аккуратно. И снизу, если присмотреться, имеется имитация резиновых ковриков. На днище модели такая структура, как у резинового коврика, что тоже хорошо воспринимается. В модели хорошо проработаны колесные диски. Имеется отверстие. Традиционное днище для модели Herpa, отдельная выпускная система, и модель, она довольно тяжелая, а в целом хорошо узнаваемый прототип, и кто хочет в своей коллекции иметь Mercedes, обратите внимание на данного производителя, потому что данные модели, они сейчас стоят недорого, и на аукционе вы можете найти за приемлемую цену такую вот хорошую модель. И у данного производителя еще есть Mercedes в этом кузове в различных вариантах, как с кузовом универсал, так и с кузовом купе, и есть вариант такси, и даже есть модель в тюнинговом исполнении Brabus, поэтому, кто хочет конкретную модель, обращайте внимание. И это был обзор модели Mercedes, спасибо за внимание, увидимся в следующем видео.